Всем привет, ребята! Меня зовут Лен 200, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием War Thunder Mobile. И, кстати, тут вышло новое какое-то обновление, но перед этим давайте заберем бесплатное золото. Кстати, у меня, кстати, сейчас тут 272 золота. Это я получил в конце сезона в бою. Также у нас тут появились новые задания. Давайте. Вот, тут у нас такие новые квесты появились. Не знаю, что это истребитель какой-то. И также вот это вот, что это такое? Какой-то сундук, в котором может такой танк быть. Блин, прикольно, третьего уровня еще тем более. Вот эти вот еще аватарки. Титулы, декоратор имени, также еще серебра может быть 27 тысяч и золото 130 максимум. И такие вот непонятные штуки. Я не знаю, что это. Ну что, давайте собираем это вот новые обновления. Полет это магия, он называется. Давайте поиск начнем. Давайте сейчас восстановим. Что оно быстренько, ребят, загрузится. И все будет окей. Все, и что это такое? Что? На лошадки, что ли, похоже? Короче, похоже, сегодня мы не на танках будем, а, я так понимаю, на истребителях или на самолетах. Так. Сейчас давайте погромче немного сделаем. Ну, немножечко. А, штурмовка облачная. Вот. Так, и что мы делать? И что мне? Как мне взять, а? Ну, давайте этого возьмем. Это какие-то это вот. Кого-то. Так. И что, мы это тоже? Кошки, что ли? Я не знаю, я не могу разглядеть, кто это такие. Офигеть, они, конечно, стреляют. Yeah.
Да черт сыграем. Что, опять это? Быстрее скорость. Так много медленнее. We are losing!
Ладно, ребят, пора заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там у меня отрывки из видео выходят. И дату выхода. Ссылку я оставлял под видео, когда я снимал Geometry Dash. Ну что, ребят, всем удачи, всем спасибо, всем пока.